Такая маленькая штучка, как... Ну, очень горячая. Блин. Поджигает фанеру. А, это не все. Эта хрень еще поджигает пластик. Причем в легкую. А только найти какой-нибудь ненужный кусок пластика. Он, например. Блин. Кусок дитинакса. Сами знаете, что дитинакс плохо поджигается, но это дрянь настолько горячая, что зажигает дитинакс. Ой, вонючий сейчас будет. Так, теперь возьмем что-нибудь попроще, например. Ну, сигарет у меня нету. Так, ну, канифоль попробуем. Сделаем мой знакомый. О, канифоль зажигается сразу. Скапнет, не будем капать. Палочка от мороженого. Подожглась сразу же, без вопросов. Что еще можно поджечь? Давайте что-нибудь подожжем еще. О! Пыла пластик от 3D принтера. Как видите, поджигается. Поджигается. Крышечка от газировки. Поджигается. Да, я себя поджигать не буду, потому что может капнуть. Поджигается. Ну и лампочка люминесцентная. Очень ярко поджигается. Че еще можно поджечь? Можно газ поджечь. Ну и газ, соответственно, тоже поджигается. В общем, все поджигается. Это собрал мой знакомый. Пора принес и показать. Сейчас, может, сфокусируется. О! То есть там внутри стоит транзистор. 817, что ли? Не знаю, то есть только мне не сказал, сказал, что забыл, как называется, вот. А понял, работает на очень высокой частоте, пальцами трогать не буду, ожог сразу получу, ну вот. На будущем надо это все компактизировать, намотать катушку на керамике высокочастотной, потому что каркас пластика очень сильно греется, и можно сделать мини-плазменную зажигалку. Потому что, видите, поджигает вообще все, что можно. Даже, говорит, стекло прожигает. Ну вот стекла не попробовать, но вообще стекло греется от нее.